Сегодняшняя игра дала понять, я надеюсь, что они сделают правильный вывод, дала понять нашим игрокам арендованным, почему они в аренде, а не в синих футболках Днепропетровского Днепра. Вот, наверное, в этом разница. Нам немножко так дали по ушам, чтобы опустили немножко на землю, а то вдруг все начали почему-то думать, что мы уже готовы цепляться за еврокубковое место. Да нет, ребят, не готовы. Еще 4 месяца назад вообще команды не было.